Возможно, привычная многим бумажная жировка совсем скоро уйдет в историю. Сегодня, чтобы посмотреть историю платежей, не обязательно выходить из дома. PDF-версия, кстати, ничем не отличается от традиционной. Здесь и тарифы, и услуги, и, конечно, итоговая сумма. Электронное извещение. Быстро, просто, удобно и теперь еще экологично. Очереди отменяются, функционал постоянно растет. Мы сформировали начисление и сразу же в автоматическом режиме пошла рассылка извещений на электронную почту. Только после этого печать и разнос извещений до плательщика. Анну мы встретили утром в расчетном центре на Интернациональной. Девушка решила, что достаточно бумажной волокиты и пора переходить на онлайн-версию. Для того, чтобы написать заявление, нужен только паспорт. Потому что это... выгодно, быстрее приходит извещение на электронную почту, можно быстрее оплатить, чтобы не собирать задолженность. Еще есть способ оформить посредством электронной почты, написать письмо, само заявление на нашу почту, письмо rvc@rvc.gov.by. Сегодня свыше 2000 бобручан предпочли бумажную электронную версию. С каждым месяцем их число растет. Потому что это проще, легче, быстрее. Ну, потому что не надо никуда ходить, в принципе, и ты можешь все это следить. В городе на распечатке извещений ежемесячно тратится около полутонны бумаги. На производство такого объема уходит от 1 до 2 тонн древесины. А значит, получение электронных жировок – экологичный и выгодный вариант. Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск, 360.